Ребят, ну скажите, пожалуйста, почему так получилось? Вы вроде бы изначально шли вперед, а потом... Что случилось? Скорее всего, свою роль сыграли замены. Мы начали меняться. Обычно играли по четверкам. Сегодня решили меняться по одному человеку. Ну, не знаю, расслабились, скорее всего. Не знаю. Как вы вообще оцените свою игру на турнире? Ну, конечно, хотелось дойти как можно дальше. Рассчитывали на 1/4. Ну вот, уже были мысленно там, и поэтому проиграли сегодня в 1/8. А так, в целом, ну, довольны. Кто был самым сильным соперником вот, во всех ваших играх в турнире вообще? Конечно же, первая игра с Сильвин Кастильо. Они навязали очень хорошую игру. Они, по-моему, вылетели. Да? Ну вот жалко очень, потому что хорошая команда, прессинг хороший делает. То есть сложно тебе очень играть. Мне тоже это понравилась первая игра. Очень хорошо прессинговали. Сильные соперники, жалко, что они тоже вылетели. Вот, спасибо. Шипихин Александр. Никита Братасюк. Спасибо.